Массовый расстрел в США. 5 человек погибли, когда неизвестный открыл огонь по толпе в одном из бизнес-кварталов города Эджвуд, это штат Мэриленд, после чего скрылся. Полиция прочесывает улицы, 5 школ в округе закрыли в целях безопасности, детей не отпускают домой. Кто стоит за нападением, пока неизвестно. Был ли это теракт, в полиции не могут сказать.